Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli vatandoshlar, Xalq bank lotereyasining ashaddiy ishqibozlari. Добрый вечер, 16 декабря, 194-й тираж лотереи «Супер Лото» игра 6+1. И погоня за суперпризом продолжается, а он сегодня, объявим чуть позже сколько. Топ-то-гра, Борис 94-й тираж, барча категория рабочий, бугун ютуб фонду суммасы джама 6 миллиард сумдан артықны ташкил этады. Сумма призового фонда по всем категориям превышает 6 миллиардов сум. А вот из них... Бринч категория супер ютук 5 миллиард сум. То, что желает выиграть каждый участник лотереи, суперприз 5 миллиардов сум. Давом и там, закинч категория, кятта джекпот 1 миллиард 74 миллион 885 миллион 600 сум. Третья категория или малый джекпот 58 миллионов 307 тысяч 125 сум. Тортинч категория 5 талик 69 миллион 968 миллион 550 сум. И еще три категории, где выигрыши фиксированы. Пятая, здесь 1 миллион 200 тысяч сум. Алтынчи категория бойча, брюзи гармаминь сум, да? И седьмая категория, 60 тысяч сум. Бізесе дайымгедек, бүгінгі цели ойыны кузатып баруучы, хайат раисы ва унинг азаларны хам таныштырып отамыз. Шералиев Анвар Халиевич, Халкбанк маркези аппаратыда бөлім башлығы, хайат раисы. Член комиссии Джураева Гавхар Халмуратовна, главный специалист Центрального аппарата Народного банка. Ва нахайат Исламов Алымджан Ахмадович, Халкбанк маркези аппаратыда баш мутахасис, хайат азасы. Ну и в сегодняшнем тираже участвуют 28 637 билетов. Они содержат 101 671 всевозможную игровую комбинацию. Доим гидек, ройхаттан откен ойн билетлер тушырлиен диск, хай атраиси гид обширлады мархамат. Ойны баштаймыз. Начинается игра, все самое интересное через несколько секунд. Нажимаю кнопку старт. Қадырлы телетомашабилер, шу фурсатларды естатып отамыз. Икті лототрон көз оңгенгізді, олардан біріншісі ішке түшті. Жамы 40-ті шар айланы епті, бізді бірінші шар бар, бұл 16 рақам. Шар под номером 16. Ва, давам еттіраман фикірімді, 40-ті шардан 6-тасына біргелікті күзетамыз. Асалси шарлар бірінші лототронда, лекін давамы хам болады. 8. 8. Чинчи шар от золота. 36. Тортинчи шар Игорма Етта. 27. Оттыс. 30. Біргені шар қалды бірінші лототронда. Қорамыз. Қайсы шар шақын. 13 рақам. И 13. Это еще не все, но пока повторим выпавшие числа. Из первого лототрона 16, 8, 36, 27, 30 и 13. Демаки, бірінші лототрондан 16, 8, 36, 27, 30 и 13 рақамлары түшті. 6 плюс 1 комбинациясы хасыл болу үшін, біз ikkinchi лототронны ішке түшірамыз. Худды оша қатты харакет старт түгімечасы басылады, фақат біргені шар комбинацияны толдырады. 6 плюс 1. Он бар. 11. Вот он решающий шар, без которого невозможно выиграть суперприз. 6 шаров с первого лототрона, 1 со второго. Угадывайте и забирайте 5 миллиардов сум. Они очень давно ждут вас. Топ-тор. Натижаларны кутамыз. Бір нече дакикадан соң. Бізге еткезіше да албатты.
Hali hanuz qadrli teletomoshabinlar, yurtdoshlar va lotereya ishqibozlari xabaringiz bor, yaxshi bilasiz, ishqibozsiz chunki super lotoda birinchi kategoriya, ya'ni super yutuq o'z egasini topgani yo'q. Bu sizga yana bitta motivatsiya, yana bitta imkoniyat va albatta yana bitta ishonch uchun qadam tashlashga sabab. Demak, siz birinchi super yutuq egasiga aylanishingiz mumkin. Buning uchun 6 plus 1 kombinatsiyasini to'g'ri topishingiz kerak. Birinchi 6-talik albatta ahamiyatsiz qanday ketma-ketligi bo'lishi, lekin mana shu siz ekranda ko'rib turgan raqamlarni to'g'ri topishingiz eng muhimi. Причём, да, тот, кто впервые, вернее, тот, кто выиграет суперприз 6 плюс 1, он станет историческим победителем. Вы войдете в историю как первый человек, участник лотереи, который выиграл суперприз именно в лотерее Супер Лото 6 плюс 1. Это лотерея Халкбанка самая молодая, да? И пока сравнительно с Омад Лото, скажем, который больше 10 лет, Омад Лото радует всех участников фантастическими призами, суперпризом, джекпотом. А Супер Лото пока еще не имеет вот того самого победителя именно по первой, по решающей категории. Но мы очень хотим, чтобы в этом уходящем году кто-то из вас, а может быть и не один, тогда сумма суперприза поделится поровну, наконец выиграл, угадал комбинацию 6 плюс 1 и забрал 5 миллиардов сумм. Дар хакикат. Ярым миллиард, бір миллиардтан көпірақ үйткәлілер хам болды, лекен ұшы баш мукафат, бірінші категория, супер ютуб, 5 миллиард сом халы хеч кімге насип еткен йоқ. Бізге нәтижелер келі епті. Войдет ли сегодня в историю кто-то или нет? Именно в историю лотереи? Результаты уже видим. По седьмой категории количество выигрышных комбинаций 194, сумма выигрыша на одну 60 тысяч сум. Алтыншы категория бойынша 252 нафар юртташымыз 120 000 сумдан қолге кіртішті. По пятой категории количество выигрышных комбинаций 10, сумма выигрыша на одну 1 миллион 200 тысяч сум. Төртінші категория бойынша 3 нафар омады юртташымыз 23 миллион 322 850 сумлик пулы ютуғы. Табрикляймыз. Поздравляем. Троих. Каждый из вас выиграл по 23 миллиона 322 тысячи 850 сум. По третьей и второй категориям нули в таблице вы их видите. И главный вопрос, стал ли сегодня за две недели до Нового года богаче на 5 миллиардов сум? Бугунге. Вы любите вот так вот по-мужски раз обрубать. Тираж, да. Қадырлы юртошылар, дыққат қылайын. Хеч кем супер үйтіні қолге кірті алмайды. Сегодня вы прям растянули обычного. Никто не выиграл, к сожалению. Да, к сожалению, но все впереди. Суперприз никуда не денется. Он также 5 миллиардов сум ждет вас. 195-й тираж үшін 5 миллиард сум сізні күтіп тұрыпты. Топ-па-тоғыры сіз омадлы юртош сифатыда mana shu pul mukofoti egasiga aylanishingiz mumkin. Biz esa bugun o'tkazilgan tiraj yuzasidan hay'at raisiga murojaat qilamiz. E'tirozlar bor yoki yo'q? O'yin lotereya faoliyatini tartibga soluvchi me'yoriy hujjatlar talablari asosida o'tkazildi. E'tirozlar yo'q. Katta rahmat, e'tirozlar yo'q. G'oliblarimiz safi kengayaversin, ularning soni ko'p bo'lsin hamisha. To'g'rimi? Пусть удача сопутствует вам во всем и всегда. Этот тираж уже тоже история. Все, его больше никогда не повторится. Он 194-й. До встречи в 195-м тираже лотереи Супер Лото игра 6 плюс 1. Играйте и забирайте 5 миллиардов. Все. Корочкунча. Нам надоело их держать уже. Мы хотим вам отдать.